много песен. Саша, это который тоже у него переподготовка? Да, тоже переподготовка. Он тоже на педагога, по-моему, постоянно джазом не выходит? Ну, он вообще, он действующий певец, много очень работает у него. Да, какого-то будет концерт сольный будет. Что за Саша? Ронин Саша. Очень хорошо, замечательно. Но он не дает мне публиковать себя. Почему не дает? Ну, не хочет. Я же не могу публиковать без разрешения. Стесняется? Ну, не знаю, у него все очень хорошо. Может, кто будет петь, Кать? Я не знаю. А кто знает? Вот тебе здрасте. Как скажете. Не я должна говорить, а вы должны говорить. Ну, мы картину любви не доделали. Хорошо, и эта песня, которую вы сказали, древние слова. А ты начала ее работать? Да. А минус? А вы, наверное, ВКонтакте скидывали, я думала, у вас есть. У тебя ВКонтакте надо? Ты уже начала работать? Мне ВКонтакте отправили. Ну да, я ее сегодня пару раз пела. Ну, в принципе, она не это, как сказать. Она не сложная? Да, она не сложная. Только слова выучите. Хорошо. Ну, у тебя есть текст? Слова есть? Вот они, верстки. Отлично, все. Кать, тогда давай мы сейчас ее попоем. Понимаешь, вот как бы есть, запись урока есть, с картинами. И ты там, в принципе, ты... Давай попробуем. Нет.
Нормально? Я просто мелодию еще. Я говорю, я пару раз... Ты справляешься, и ты там ремиксуешь, и где-то в голову уходишь. То есть ты гуляешь регистрами, ты владеешь прекрасно все. Там с мелодией, да, понятно все это. Судьба не забила. Ну-ка, спой капельно. И в какой бы край тебя судьба не забила. И в какой бы край тебя судьба. Нет, судьба. Судьба не залила. Спрятен бы, какие тебе болва. А здесь так. Она не наплела. Да, и повторяй всегда. Да, и всегда. То есть лучше на А посидеть, на все. Там видишь и В, и С, там лучше туда. Да, и всегда. От этих... Ты повторяй всегда. Углубила. Ты повторяй. Высокая позиция. Да? Ты повторяй всегда. Записи на ты повторяй всегда. Всегда. Почему? Где-то она? Ага. Всегда. Давай сейчас с самого начала и по большому счету ты справилась все. И с фразировкой ты свою. А фразировку она немножечко по-другому поет. Мне очень все это нравится. Поет еще раз учить. Я сократила. Сейчас сразу поем. Все нормально, мы пишем. Парус подарю. Чтобы не вываливать пар. Сейчас сделай то же самое, только ты ее чуточку пересидела. Парус подарю, подарю уже быстрее, чтобы тебе догнать. Еще разочек, было очень хорошо. Поем. А ты 100 слепых ветров, ты поешь. А я потому что говорю мелодию не ну, знаю. Ну вот сейчас мы слушаем. 100 слепых ветров, 100 слепых ветров. Да-да-да-да-да. То есть наоборот, на нижней ноточке там. Потопить ее. Да. Тайна. Чтоб не смогли. Чтоб не смогли. Сидим на гласных. Не смогли. Еще больше еда поем. Слепых
одна нотка. Это на одной ноте. Да, пометь себе. Слепых и дров. Понимаешь, как бы особо криминального, конечно, ничего нет, но она не такая известная песня, как многие другие, которые пела Лариса. Но тем не менее, поколение живо, они знают, знаешь, как консервативные пожилые люди, как они относятся, как А потопить ее тоже получается. Потопить, на той же самой потопить, слепых ветров, потопить, на пани вываливают, потопить ее. Динамика идет, потопить ее, не потопить. Потопить. Туда крещенно идешь, и все, пойдем. И какой бы край тебя судьба
такая песня будет звучать в концерте. А когда концерт вообще? Да, вчера. В смысле вчера? В том плане, что уже давно нужна. Нужна эта песня. Не наплела. Тебе надо перестать цезуру. Что такое цезура, Катюш? Как? Цезура. Цезура? Вот так рисуется птичка, я тебе зеркально показываю птичкой. Там, где мы берем дыхание. Вот так, что ты поставь. Здесь нужно поставить цезуру, взять дыхание. Не наплела. Потому что дальше брать его нельзя. Желательно там, чтобы было все цельно. Каких тебе мало. Не наплела. Не наплела, навсегда. То есть здесь одно дыхание должно быть. Лучше не рвать, лучше там. Цезура. 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 То есть мы берем здесь дыхание. Конкретно. Потом мы с тобой познакомимся еще, что такое закрытая цезура, когда будет. Это открытая цезура. То есть. Тоже этот термин родился у меня здесь в классе, мне это моим студентам всем понятно. То есть вообще понятие, вот ты нигде не прочитаешь, что такое закрытая цезура. Но для того, чтобы это по логике просто. Закрытая на носа? Нет, нет, просто мы остановку делаем, но дыхание не берем. То есть она просто закрыта. Понимаешь, я сейчас просто тебе показала. Это так мы не будем петь. То есть просто идет диафрагмально. Коп, она забрала дыхание, остановилась. Но где-то такая цезурка нужна будет. Мы ее рисуем вот так галочкой и перечеркиваем. То есть там дыхание не берется, но остановка там есть. Да-да. Но остановка там есть. Поняла? Здравствуйте, а вы не видели, где Тимур Анатольевич занимается? Извините, пожалуйста. Я даже не знаю, кто это. Да? Не знаю, простите. Поем. Пометила себе, что там дыхание? Да. И потом давай ты пой. А потом вторая фраза. Вторая часть. Сплетен бы каких тебе молва. Не наплела ты, повторяй всегда. Да, только наплела. А дольше, прямо округле, она должна быть прямо такая хорошая. Маловато. Не наплела. Да. Да, да, да. Чтобы ты не вывалить. Не наплела, а продляем. Или когда ты повторяешь, да. И там, и тут ты продляешь. Потому что если не наплела, ты повторяй, можно вывалить ты. То есть мы уходим от этого. Это называется просто работа по голосоведению. То есть для того, чтобы ведение голоса было хорошим, на всем диапазоне было ровным там все. То есть мы вот такие вот все. Гласная нам в помощь. Пошли еще разочек, две части. Yes.
повторяешь. Ты повторяй всегда. Ну, иди в голову, ну нормально же. Ты повторяй всегда. Ты поджимаешь. Ты повторяй всегда. На А посиди. Ты повторяй всегда. Да, а можешь вернуться? Ты повторяй всегда. И грудь, голова, грудь. Ты повторяй всегда. Да. Ну-ка еще тут. Ты повторяй всегда. Хорошо, ты сейчас по-другому спел. Не буду лезть. Не буду лезть. Все хорошо. Но, по крайней мере, убрала зажим. Убрала еще разочек это место. Все, смотри, Катюша, ты должна понимать, что сейчас, вот смотри, ты взяла во втором куплете, ты не стала соединять перед припевом, ты пошла с новым дыханием, имеешь полное право, потому что это было органичное. Ты, и в какой ты взяла здесь дыхание? То есть за первым куплетом ты соединила, потом брала дыхание. Это очень хорошо, то, что ты идешь от себя, все. Без дыхания спеть будет это место, мы его вышли сейчас, ты успела, хорошо. Дыхание было хватало. Поэтому сейчас давай думай, где ты его будешь здесь брать, чтобы эту вот это, чтобы ты этот ходик, чтобы ты его спела. Ловим. Просят очень часто. Конечно, у тебя это... Ну, ты же любишь выступать. Да, конечно.
Ну, будешь дарить людям радость. Ну, то есть исполнительская практика, все, это все тебе прямо вот. Все. Здесь нужно как бы вот сохранить эпоху. Сохранить. Тут песня же красивая. Красивая. И есть и тембр твой потрясающий, и регистры здесь, и по дыханию все у тебя здесь, все замечательно. Вот только, видишь, оно упало не так по памяти, сразу же хоп, зацепилось. И пошло наверх. Ну прекрасно. Давай другое попоем. Давай другое попоем. Мне очень нравится. Ну, крайне для первого чтения, Кать, ну вообще замечательно. Я два раза спела под минус перед тем, как сюда ехать, и все. Да вообще. Я честно говорю. Да гениально. Нет, ну молодец. Хоть два раза спела, да, могла бы вообще забыть. Ну и какая ты молодец. Так, а что петь? Так, Екатерина. Опять картины? Нет. Нет. Ты должна мне все. Давай Гелену поем. Какая? Давайте. Ой. У тебя здесь минус 0,5, минус 2, оригинал, полтора. Давайте полтора. Минус полтора. Угу. Хорошо. У тебя прекрасно. Прекрасно. Угу. Итак, молодец.
Да посиди ты на ней, успеешь-то, ты же только что догоняла. Играем все время в догоняшки, понимаешь? Вот, если быстро с нее спустишься, все, она не села куда надо, она не вошла в тон. Может, минус на 5 попробовать? Нет, пойдем здесь. Можно чуть-чуть попробовать? Мне нужно тут родить звук, мне здесь нужно все это. Потом уберешь этот форс.
ты потом его приберешь. Приберешь его, этот форс, и останется то, что нужно. Поем. Улавливаешь вообще смысл вообще всего вот этого? Конечно, если мы будем везде сидеть картошками, да, вот на них, но это же, но все равно, понимаешь, у тебя уже и долива, она прекрасная просто, она чистенькая. Все, а теперь вставай обратно, вставай, все, но у тебя перетяжка будет иметь место, и какая была чистая ноточка твоя сейчас. Ну это же просто в рамочку. Паша, еще разочек, с того же места. Возвращайся и вкладывайся. А значит, у тебя было. Понимаешь, опять же, ты сейчас ее чисто уже спела. Просто все это. Перетяжка мозговая нужна в первую очередь. Мозговой импульс. Мысли. Да? Да? Но там, где возможно, лучше и физически посидеть, понимаешь? Но там, где мы не можем, там, где мы должны вложиться, в темпоритм попасть, то есть во время, ритмически все, текст вложить, но там, где нет у нас такой возможности, то все равно спасает чисто вот мысль, мысль спасает. А где возможно, все, поем оттуда же. Давай. Ты сейчас не сработала чуть-чуть с микрофоном, как бы там все это. Где-то убрала, где-то, значит, наоборот, вывалила все. Но это все это приходит, все это. Так-то у тебя, что касается твоей сценической практики, у тебя ее было много. Чтобы вы послышали. Но
второго куплю. Давай. Нет, ты... не со второго, это... Ну, пошли дальше. Да, со второго получается. Это уже следующий. Моё. Дома как вспоминаешь, просто давно не белый. Да, да. Держи интонацию. Ты вниз, нота, а ты груз наверх. Себя в той ноте, в которой я только что была. Он у тебя идет. Тут у тебя, допустим, не такие большие были скачки. Некоторые. А, это вот где вот эта концовка. I am bound to you. Да нет, как раз ты когда идешь наверх, у тебя все в порядке, когда ты идешь наверх. То есть, как бы ни показалось странным, в гору подниматься, говорят, сложнее. Нет, спускаться с горы сложнее. Бежать, понимаешь? Mm-hmm. То же самое здесь.
Мы в гору поднимаемся, конечно, мы, у нас усталость там физическая и так далее, но нам легче, когда мы поднимаемся в гору. А вот спускаться с горы можно, извините, и свалиться, и кубарем, и все, и отступиться, все. Поэтому здесь тоже, здесь, когда ты идешь наверх, у тебя совершенно спокойно, здесь ты идешь и идешь. Но сохранить высокую певческую позицию, когда как раз мы идем вниз. Тогда мы должны себе помочь. Мы должны себе помочь диафрагмально, артикуляционно. И чисто здесь вот срабатывает, у меня мелодия вниз, я должна помочь себе. Вот здесь вот включается уже чисто технический момент, понимаешь? Наверх идет все. Угу. Естественно, все. Ничего не надо выдумывать там с артикуляцией, ничего не надо. Угу. Все это. Так, артисты уже мои. Здравствуйте, я хотела спросить, у вас одно цифровое, потеряли одно цифровое пианино. А, одно? С концертного зала. Да вы что? Ну, представляете вы? Хорошее дело! Ходят всякие, потом пианино пропадает. Прямо как у них зеленый. Да вы прямо вообще. Теперь будем еще. Да, что? Песню спеть, это «Розовая баня», «Цвети земля». Ой, как хорошо, меня никто ее не пел. Я ее поела. А я всегда хотела. Слушайте. А я всегда хотела, чтобы кто-то спел ее и на госах спел. Я предлагала. Да, я предлагала, но никто не... Я пою ее. Ой, замечательно. А найдите меня. Да, замечательно, замечательно. Она там должна быть. Замечательно. Так. Я вот недавно ее пела на концерте. «Цвети земля». Я очень люблю эту песню. Она мне тоже нравится. И кому бы я вот не предлагала, как-то вот так. Почему? Ну, не знаю. Не знаю. А как зайти нам в музыку? А просто так. Меня видишь здесь как? А где мои сообщения? Через меня. Через тебя? И вот она ты у меня. Нет. Подожди, сейчас наберем. Да плохо работает, я не знаю, что такое. Я уже его чищу. Ну, заходит, если хотят. Пока. Я не знаю, это они не будут. Ну, ты открой, скажи. Второй курс. Народники, если второй курс, скажи, заходите. Второй курс. Я что, как не родные-то, а? Так, а мы чай себе закрыли. Да, 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 да. Ну ладно, давайте я вам тогда скину. Давай на следующем уроке мы ей займемся. Прямо давай на следующем уроке. Пятница. А мы продолжим актерским заниматься, да? Почему? Да. Да. А еще какие-то песни надо скидывать? Да, вообще все. Все, постарайся больше на языке. Вот подробно. Все, что ты поешь. Так, а по-моему, женщина, которая поет. На каждом уроке, чтобы было по три песни у тебя новые. Но? Да. Я имею в виду, чтобы работали. В каждой песне будет какие-то техники. Мы будем прямо на песнях будем, понимаешь? Нам нужно как можно больше новых песен. Мы пишем, потом ты дорабатываешь там и так далее, и так далее. Все. Прямо 3-4 можно быть. Начало до конца линии. Конечно. Каждую песню. Нет, ну как? Ну конечно. Ты спела, и мы начинаем работать. Спела, мы начинаем работать. Миша сейчас нам споет. Миша, давай. А, вот прям сразу? Да. С корабля на бок, давай. Давай. Миша, давай. Давай, Миша. Попиваемся второй курс. Давайте. А что, надо что-то петь? Ну да. Как во нашей во сторонке, как во нашей во сторонке есть Паша.
какое время года пиво варят? Наверное, осенью. Да, мне тоже. Ну, раз медовое. Ну, то есть идет сбор меда, да? Кто-то из вас готов показать осень? Опа! А мы же сказали другое. Нет, ну, может быть, кто-то готов. Ясно. Так, хорошо. Когда вообще осень начнется? Я еще не задумалась. Хорошо. Может, Арина готова, но ее нет сегодня. Хорошо, давайте тогда, что приготовили. Вперед? Давайте.